решили, что раз мы уже здесь сегодня, пока еще остаемся, поедем, половим хоть матросиков. Лебеди, ребят, прямо над нами пролетели. Ох, ребята, вот это я сейчас спрыгнул. Вот так вот. В майну. С колеса спрыгнул. И пробил лед этот верхний. Слушай, ёлы-палы. Нет, ну, надо, ну это, конечно, плохо, Василий. Чётенько зашел вообще. Ну, хорошо, что здесь есть лунки, здесь были люди, они ловили рыбу. Ёшкин крот. Ну, я сушиться поеду. Полюбасу теперь. Сушиться. Ты все, нахлебался? Ну, конечно, нахлебался, ты же не застегнулся, ничего. Как я мог не нахлебаться? Я по яйца в воду упал, блин. А ты в тапочке упал туда. Я думал, нет, я разулся. Я думал, ты в сапогах. Поехали. Ух, ребята, космос. Хорошо она не уже, что у меня туда нога вошла и не вышла бы. Хорошо она только на одну ногу. Да, и только на одну ногу. А то б нырнул хорошо там. Поехали сушиться. Я великий лошаро. А, хлюпает. Хлюпает. Тапочки-то хлюп-хлюп. Так, давай, Миш, я пока печку разожгу. Принеси мой рюкзак, пожалуйста. Коричневый. Так, рюкзак, сапоги. Так, ребятки, ну что, мы добрались, хорошо, что есть палатка, есть печка, можно просушиться. Сейчас одену теплые носки, сухие, а не вот эти вот, мокрые. И как раз вон решеточку задействуем. Поплавок у меня не вымок. Поплавок, в принципе, как был сухой, так и остался. Термобелье под ним вымокло, конечно. Термобелье надо будет сушить. Ладно. Будем сушиться. Ну что, вот так вот в труселях теперь гуляю. Главное, что наша изба работает. Все здесь отлично у нас. Полы протру. Без проблем. О! Фу, все сушится. Носки выжимаю. Фентреловские носки хорошо выжимаются. Хорошо, что там лунка под одну была, эта самая, ногу. А не под всего меня. Тапочек мой промок. Ну, ребят, еще одно скажу, что тапочек надо немножко другой конструкции. Надо будет менять тапки, чтобы внутреннего вот этого чехольчика не было. Просто одеваете носок теплый и в обычный тапочек, там, Crocs какой-нибудь, без дырок просто. Конечно, жалко, что я был не в сапогах и что был не застегнут, как положено. Все-таки надо, выходя на лед, застегивать поплавок на все его застежки. Тогда бы у меня вообще нога сухая осталась. Ну, если бы была в сапоге. Ребятки, я все окна открыл. Все. 31,6 внутри. Так, носок мой не горит еще. Ай-яй-яй-яй, уже очень горячий. Очень горячий. Носок уже готовится к тому, чтобы самого сгореться. Ну, вот эти я носки уже высушил. Самое долгое будет сохнуть, это мой тапок. Я уже говорил. О! Ай-яй-яй-яй, бедный тапочек. Может, и не так долго он будет сохнуть. Да. Вот. Ну, чем мой тапочек не похож на лебедя, ребят? Вылитый же лебедь, посмотрите. Мишка говорит, что она выхухоль. Да, это выхухоль, определенно. А я говорю, что это самец лебедя. Ребят, как показала практика, костюмы граф еще очень удобно и сушить. Это вот штанина. Она расстегивается практически вот, ну, до самого верха. И получается вот такой вот раскрытый
момент, который вот так вот у нас сушится быстро и хорошо. Все, лето приходит, озеро тает, вездеход давит лужу. Все. Ну что, друзья, вот не прошло полчаса, и я снова готов ловить окуней. Мы просохли благодаря палатке, благодаря печке, ну и благодаря костюму Граф по плавку, который очень быстро сохнет. И мой вам совет. Застегивайте его на везде, где можно, даже там, где это вроде бы и не нужно. Пригодится, проверено мной. Вот Мишка бы если фиганул, так как я. Я бы зачерпнул. То он бы зачерпнул не то что в сапог, он бы зачерпнул себе по колено. Балласт. Да. Мы приедем туда. И не всплыл бы потом. Ой, блин. Ну все, ребята, все тает, и уже наш только островок остается потихонечку. И то Мишка копытами пробивает. У него, походу, подковы там стоят. Да такие чахли, 49 размер, площадь опоры огромная. А все пробивает, и любой лед. Я два шага делаю, а потом сапоги двигаться начинают. Ну. Все, поехали ловить окуней. Ребята, что бы могло значить вот такая картина? А я вам скажу, Мишка обиделся, собрал все свои вещи и пошел домой. Мишаня, ну не обижайся ты. Нет, ну давай подвезу тебя. Пошел ты че? Все вещи свои собрал. Видите, он взял все прикормки, чтобы с голоду не помереть. Все, стоит. Сейчас 6-килограммовку как поднимем, ребят. У нас багурика-то, кстати, нету. Да? Да. На всякий случай, после пожарных. Размотывайте. Ну, Василий, у тебя рука легкая. На. Ой, легкая. Не, никого. Не, есть. Есть. Хороший? Да. О, тихо, повело обратно. Есть, поднимается. Ну, опа. Вот. Слушай, очень хорошая. А-а-а, ребята, вот за этой крокодилиной мы и ехали. Красота. Значит, щука здесь есть. Вот это да. А у меня писало. Да? Да. Ну что, народ, как вам? Крокодил наш. Не обманули нас. Есть тут щуки добрые. Надо сюда. Давай летом замерим ее на вес, сколько она. Летом надо приехать сюда. Ну-ка, давай завесим ее. Так. 2800. Да. Ну, нормально. Да. Вот так, ребят, вот очень удобная штука, экстрактор. Ну что, а неплохо, однако. Экстрактор, ребята, супер удобная штука. О, я позицию почти встал. Хорошо. Это живец. 3 килограмма, а 20 килограмма. Так, ребят, я пойду сейчас сделаю дырок 20, кольну и буду щуку блеснить, ходить. Давайте посмотрим, что у нас есть из... Ну, ратлины. Ратлины пока не хочется. Вильямс вон есть. И здесь у нас вот такие достаточно есть интересные блесенки. Вот, допустим, вот типично щучья блесна, хорошая, здоровая. И, наверное, еще с собой одну возьму. Сегодня ярко достаточно. Возьму
Вот. Нет, нету. Вот эту вот тоже. Мне кажется, это на кумжу блесенка такая. Я сейчас ее вот в этот ящик положу и с собой возьму все блесны. Позволяет мне это делать легко, ребята. Костюм граф. Посмотрите, какие карманы. И вот так вот они увеличиваются. Хоп. Видите? Все, все надежно вложил. Отличные карманы, можно прям так. Пока у нас никого. Ребят, прикол, смотрите, какого живца поймал. Чуть больше блесны. Ай, смех и грех. Иди, дурачина, иди. Да, куда ты выпрыгиваешь-то? Угу. Следующий. Вася, как из вас тройники доставать? Оп, следующий. Следующий. Котики будут толстые, котики будут довольны. Котикам нравятся рыбки. Так, ребятки, ну что, пошел я опять поблеснить щучку. А вот что тяпнет. Так, пока. Удача нам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это. А нет, нормально все. Полотенце засадил. Блесну. Красиво, хорошо, тихо. Тихо, ребята, безумно. Росомахи гуляют по берегам. Класс. Рыба почему-то опять не ловится. На какую-то мы чудную погоду попадаем. Постоянно. Что ж такое-то? Ну хорошо, хоть по ночам подмораживает. Сейчас все растопило, вот этот верхний слой. Корку эту. Он пока не хочет ловиться. Нифигашечки. Так, ребят, вполне возможно, что я лопухнулся. Показывал вам белое пятно. Показывал вам белое пятно. Как будто это кто-то им покажет. Нет. Я вот это все поймал, ребят, и показывал вам, снимал, наверное, первую вот эту вот часть, как у меня клевало. А это белое пятно. Ты че? Ох, устал. Да, бойца рука тягать устала. Пойду похожу, что ли. А еще окуни любят очень плавничок передний свой же. Прям пищат. Опа, эч. Видели, в лунке какой цирк устроил мне тут. Ну все, ребята, собираем наш улов. Кошкам понравится. Котики будут довольны. На полгода вперед им наловили рыбы. 40 окуней. Килограмм. Это вам не хухры-мухры. Может и пакет лопнуть. О, у меня тяжелый. Сейчас взвешу, блин. Спортивный, я бы сказал уже. Результат-то. Мы не качеством, мы количеством берем. Ой, Мишаня, у меня, наверное, как 3 хороших окуня. Прям вот чувствую. Да, ребятки. Тем временем сработок йог. Ну что, собираемся, да?
Красавец-то какой. Ну ладно, заслужил свободу скорее. Давай туда. Здесь никак не хочет. Здесь щук нету. Мы проверили. Ты не бойся, щук нету, да? Живи спокойно. Так, ребят, мы приехали. У меня была здесь сделана заготовочка для растопки. Я нажарил кучу лука, нашел мясо у нас совершенно случайно. Это нам принесла, как ее, росомаха. Вчера, говорит, пацаны, окуни мне оставьте, вот вам мясо. Говорит, лося тут недавно завалило. Мискава ногу тут подкинула нам. Так что мы считаем, что росомаха нормальный пацан. Пусть размножается. Пацан правильный. Сейчас посмотрим, что приготовится. Вроде мясо должно быть съедобным. Так. Вроде получается. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну что, вот у нас получились какие-то фрикадельки из коровятины. Я буду есть по-вредному, с майонезом. Вы этого не повторяйте. Я буду есть без майонеза с западной стороны. Я до последнего не знал, что получится, поэтому спрашиваю. Я понял. Проверено, есть можно, да? Да. Все просто, мясо и лук. Очень даже. Сейчас, видите, потяжелее закрываться начнут. А нам еще палатку собирать. Да, мы решили все собрать, положить рядом с вездеходом, чтобы утром встать, все загрузить. Да. Проверить жерлицы и я пойду домой. Гуси, ребят. Или лебеди. Зачем не летаю? Мне бы крылья да острые перья. Выше гор мог бы взвиться, далеко оставляя все, к чему так привязан теперь я. Мог бы семенем древа в земле прорасти, распуская тенистую крону. Пусть пойти на дрова, но от стужи спасти теплотой сердце путника тронув. Отчего мне не быть великаном-китом, толстокожим хозяином моря? Толщу вод бороздить, дно скрести животом, бить фонтаном и с вечностью спорить. Родился двуногим, в том заслуга моя, или замысел вечного неба? Та ли это дорога, и кто этот я? В чем же соль для насущного хлеба?
ребятки, все, собираемся. Уже все полностью готовится для того, чтобы собрать палатку, все вещи. Сейчас летали на коптере и увидели, что у нас еще одна сработка. Вы на коптере, в принципе, уже это видели все. Ну, завтра с утра, значит, съездим. В новой серии уже смотрите, что там у нас попалось. Я думаю, пятерочка, не меньше. По любасу. Друзья, хочется отметить простоту и быстроту сборки палатки компании Polar Bird. Вот вы сейчас видите, мы вдвоем, не торопясь, складываем ее, ну, наверное, минуты за две. Очень удобно. Палатку вот сейчас, видите, мы свернули. Как угодно вот ее ты взял, там не надо вымерять какие-то, притирать, прибирать. И спокойно ее зачехлили. Чехол сделан таким образом, что любую палатку, обмерзшую, там кое-как сваленную, там собранную, можно засунуть в этот чехол, стянуть. Все, лагерь собран, будем ложиться спать. О, в принципе, ничего сложного, даже в таких условиях, в такой ледовой обстановке. Все быстро, важно. Ребят, видели, какой себе этот опарыш себе гнездо какое сделал? Путь. Сейчас погоди, из этого опарыша вылупится мух и прилетит, насрет на тебя. Цицуха. Опарыши отложат. Покажи личико, бабочка. Бобёл. Бобёл. Все, ребят, спокойной ночи. Всем. Всем, народ, добра. Да, всем добра нам. Надо спать. Но нам отоспаться. Нас Мишаня сегодня разбудил, потому что говорит, ой, солнышко встало уже, наверное, часов 9. Да. А здесь солнышко-то встает 4 утра. Уже едем. Ну. Уже приехали туда, уже рыбу ловим. Я говорю, а время что-то всего 8:30, да, по-моему, да. 8:30. Я ему говорю, 8, он спрашивает, сколько я времени? Я говорю, часы? 8:30. Вот он говорит, у тебя часы сломали. Часы сломали. Я тогда смотрю с телефона, тоже 8:30. Говорю, это у тебя часы сломались. Это был. Да, он же на север приехал. Все, спокойной ночи всем. Пока-пока.